Хей, йога, если мы шмики, мы продолжаем проходить игру по названием Дудспуси. Так, погнали, нам нужно... Выпускаем датчик, сигнал. Оттуда никто не повлазит. Говорит USM Вейлор, вызываю USG Ишимура на всех частотах. Да-да-да-да. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Отлично. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор. Ответьте, Вейлор. Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт. Айс. К корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. Окей. Пока тушки в обратную сторону. Поехали. Ну хорошо, что здесь враги не выскакивают. Ни спереди, ни сзади. А прикиньте, так едем, и сзади такая громадина за нами бежит. Не, малая еще решила на нас напасть. Зачем нападать, когда мы по такой скорости едем? Больное существо. Так, по карте, что у нас? Сложно. Я вижу, до хера умный, то что на лифте приехал. Две решетки. Держу в курсе. Окей. Окей, окей, окей. О, сколько мне уже мусора собралось. Как мне так? Я заблудился стоять вот так, да? Мне нужно на самый верх. Так, у нас там было закрыто, да, стоять? А хотя нет, там можно вниз спуститься, стоять на лифте. Поехали. На лифте. То, что у меня уже место заканчивается в инвентаре. Если место в инвентаре закончится, то это будет плохо. Нужно будет отхилиться на один раз. Хотя ладно, буду хилиться. О, стоять, у нас же тут еще есть эти, которые мы не открывали. Большая хилка. Так, поехали. Переместить. Переместить. Продать, продать, продать. Переместить. Так, перемещу еще. Переместить. Пускай будет.
Так, у нас еще 65 тысяч. И сколько узлов? 3 узла. Ладно. Сейчас как раз резаковый сбегаем. Резачок, резачок. Ну, верстачок. Там, отлично. Теперь у нас все по фулу. Все наши найс предметы на фул прокачка. Давай, третий этаж, поехали. Блин, жалко, что нельзя до 10 патронов эту штуку прокачать. Нормально по объему. По объемчику нормально. Побежали. Даже, можно сказать, полетели. Я не думаю, что враги здесь будут у нас. И хер его знает, лучше проверять все. Что, где? Значит, дверь с этой стороны, да, откроется. А, сейчас там сохранить. А, там же пушка. Подожди, и значит, там будет боссик, да, у нас? Окей. Убьем босса в этой серии. Ящик сам по себе открылся. Как будто хотел, чтобы он, чтобы я его взял. И снова у нас все забито. Сколько лазеров, пипец. Так, здорово, сохраняемся. Корабль Ишимура. О, еще стазис. Или мы тебя не брали тогда стоять? Я что, тогда не взял его? Ё-моё. Ну ладно, поехали. Включено вручное управление. Ох ты ж, ё-моё. Эй, приятель. Привет. Ни хрена себе! Ребята, они не жестко, не жестко ли? А что у тебя так много хп, слышь? Мусор кидает, мусор кидает. Я не попадаю. Ладно, ладно, нормально. Приятель без одной... Хотел сказать, без одной лапы остался. С одной. А нет, там мне тоже нормально работает. Ба-б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 а. Готово. Все, приятель, тебе нечем больше атаковать. Отлетел от корабля. Отлетел, я сказал, от корабля. Махина какая.
USG Ишимура, прием! Не открывайте спасательную капсулу! USM Вейлор, это Кендер Дэниел, вот и USG Ишимура, можно выйти, прием. Мне страшно. Не открывайте капсулу! Бля. Не летите! Манать, нам еще сейчас второй. И мы только один корабль исследовали, вы понимаете, к нам еще один прилетел. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Конечно, да. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего лица. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного поглотать себя. Слушайте, я отменяю эту миссию. Занесу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в высшем море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Окей. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Попробуем. Что-то мне стрёмно становится, народ. Еще стрёмнее. Потому что там какой-то... Хотя некроморф, как некроморф. Хера тут люков. Куда нам теперь? А, мы выбираемся отсюда, класс, все. Мы возвращаемся обратно. Ладно, значит, ребят, мне показалось насчет охотника. Значит, нет у нас тут охотника. Где еще лапка? Мы в этой же в комнате тогда впервые встретились с этим монстром. Впервые. А, дойдем мы с вами до базы. Блин, я бы серию закончил, если честно, на самом деле. Потому что мы, типа, уже главу выполнили. Стоило сохраниться. Что-то оно там слишком громкое, блядь. Давайте, ладно, выбежим и стреляем. Короче, они в понятном костюме. Но он разделяется на дохера частей.
Зараза. И главное, ему только нужно с помощью резака этого огромного уярить. А так сосать Бибу. Еще шепоты вот эти каждый раз. Ну, они хотя бы уже не так действуют на мозг. Нормально. Да хорошо. Все, отправляемся, получается, куда? В корпус, да? Глава 8 найти и спасти. Завершено. Сохранится, да, сохранится. Окей, да. Глава 9. Мертв по прибытии. А, это многоэтажка, это ё-моё. Кайзер, рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Кайзера, против Ишимуры. Айз, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда! Ребят, вы, конечно, молодцы, да? Теперь я понимаю, что это пиздец. Чтобы в спину не вошли. Чтобы в спину не вошли. Здесь постоим. Мне нужно по карте посмотреть, куда нам. Так, а мы тут не были, да? Мы сейчас в новый этот отправимся, ясненько, хорошо. Так, ну в принципе патронов, я думаю, будет достаточно. Или лучше взять еще с собой? Да, не, я думаю, достаточно. Думаю, будет достаточно мне. Средний воздушный баллон. Так, ну мы входим в место там. Так, там зона с кислородом есть. Зона невесомости. Айзек. Да? Удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивны, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Ты мне откроешь люк? Как мне шлюзы открыть? Бля. Ладно. Окей. А можно руками? Окей. Обратно. Не хочу рисковать.
Радиоактивные материалы удалены. Радиоактивные материалы удалены. Радиоактивные материалы удалены. Радиоактивные материалы удалены. Воу! Привет. Радиоактивные материалы удалены. Я достаю. Ладно. Радиационная тревога отключена. Замки разблокированы. Отлично. А, мы ж сломали, да, с кислородом. Шлюзики. Не возвращаться? А, нет. Да. Так вот. Как-то он тяжело вообще ходит здесь. Какой-то он дерганый был. Дерганый, переебанный. Парнишка у нас был. Ищи необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Полетай. Кто-то рычит на меня там. Так, первое сохранение, по сути. Что? В чем прикол? А в том, что проход у нас закрыт. А у нас хотя бы патронов до хера. Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает боевую броню. Эти модули с различенных с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Спасибо, Кэп. Буду держать в курсе. Держу в курсе событий, так сказать. Вот туда, да, поедешь?
Я боюсь, чтобы на меня вот эта быстрая махина не напала. Придется уже юзать тогда стазис замедления. Да-да, он что-то вообще быстрый. Ух ты ж, ё-моё. Приятель. Давай без таких вот наёбсиков. Я тоже довольно сильный. У меня патронов довольно много. И хилки есть. Довольно всего много, а вот места мало. Единственный минус в моей нынешней работе. Не, ну он, камон. Они все здесь довольно быстрые. И это единственный их не огромный плюс. Ихняя скорость. Я не хочу делать тебя единым. Нахер надо. Ладно, сохраняемся. Надеюсь, эта ж тварина не ваншотинет. О, что-то очень много места. А, это освещение эти. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Мне нужен генератор, да? Зря же эту штуковину дают. Ох, не зря. Ай, да. Я установил, где ты, хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чёртов корабль почти развалился пополам. И осторожно, тут жёсткие враги. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. Так, а у нас там хотя бы будет сохранялка? Сохранялка будет, хорошо. А вот магазин нет, не скоро. Хотя бы магазин. В кубочках сохранялка. Ладненько, ребята. Я думаю, давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.